сейчас на аэродроме какое-то шоу, что ли, устраивает. Маленький самолет летает, а за ним полоса фейерверков. Необычно. Ух. Ровно за этой федеральной трассой, как он, областной центр малой авиации. И вот там проходит учение. Раньше была военная часть, отец мой там служил. Но в начале 2000-х ее расформировали. И получается, несколько лет восстанавливали. И в прошлом году открылась гостиница при нем. Новые ангары для ремонта. Самолетов и другой летной техники. Ну и, в общем, аэродром, на котором служил и учился летать Гагарин, обрел вторую жизнь. Ой, что-то прям интересное. Что там вообще происходит? Ваш праздник какой? А нам и ничего и не говорят. Я за коровами удачно пришел.